Сегодня в районе 11 часов в пожарную часть поступило сообщение о возгорании хозяйственного склада в Шамурше. Один из очевидцев прислал нам видео и фотографии с места происшествия. В Шамурше по улице Карла Маркса горит хозяйственный склад. В его тушении принимают участие 8 пожарных машин, в том числе и из Дыржановского района Республики Татарстан. Если вы стали свидетелем экстраординарного события, уникального природного явления, ДТП, чрезвычайной ситуации или странного случая, снимайте и отправляйте нам. Мы покажем ваше видео в информационном выпуске программы «Республика» и на нашем сайте.